В восточной части Евразии, на западном берегу Тихого океана, на территории Китая площадью в 9,6 миллионов квадратных километров. В городе Харбине, издавна имеющем славу маленького Парижа Востока, словно яркой жемчужиной на шее лебедя, сверкает международная корпорация Huaxin. Международная корпорация Huaxin является транснациональным предприятием, в основном ориентированным на производство оздоровительных товаров. Корпорация была основана в Китае в 1992 году. В 1999 году начала развитие в Восточной Европе. В 2005 году получила расцвет в Средней Азии. Корпорация разрабатывает, производит, реализует оздоровительные продукции на основе нано- и микронных технологий. Международная корпорация Huaxin сотрудничает со знаменитыми китайскими вузами, пытается всегда быть на шаг впереди всего мира, применяя современные патентованных технологий как основу прогресса, имеет фирменную торговую марку и уникальную маркетинговую сеть, позволяющую идти в ногу со временем, производя качественные товары в мире профессиональных оздоровительных продукций, добиваться статуса здоровой страны. 500 тысяч коммерческих работников, разбросанных в более чем 40 странах и районах мира, распространяют 5000-летнюю оздоровительную культуру китайского народа. Международная корпорация Huaxin представляет народу шанс в трудоустройстве. Кроме того, дает возможности многим людям осуществить свои мечты в карьерном росте и финансовой независимости. Штаб международной корпорации Huaxin находится в новой высокотехнологичной развивающей зоне города Харбин, где находится ее центр маркетинга, центр управления деятельностью, центр исследования и разработки. Здесь она разрабатывает новую технологическую продукцию и экспортирует ее по всему миру. Именно здесь прорабатывается каждая деталь для дальнейшего распространения дистрибьюторами и коммерческими работниками. Именно с этого места начинается движение по всему миру. Родоначальник и проектировщик международной корпорации Huaxin, президент господин Ли Вэй, родился в 60-х годах прошлого века. В 80-х годах окончил университет. Получил степень кандидата в области философии. После окончания университета он 8 лет работал в административном аппарате. На первых этапах развития он главным образом занимался приграничной торговлей с Россией. Имеет долговременное сотрудничество с народами Восточной Европы. На протяжении последующего 10-летнего сотрудничества с маркетологами стран Восточной Европы добился успехов в своем деле и вместе с тем построил еще более глубокие отношения с ними. Он живет в эпоху экономического подъема и всеми силами подвигает международную корпорацию Huaxin на мировой рынок, целеустремленно шагая далеко вперед. Под его руководством команда Huaxin непрерывно распространяет все самое ценное, что есть в китайской культуре оздоровления, которое насчитывается около 5000 лет, передает современную высокотехнологическую продукцию и рассеивает семейное здоровье по всему миру. Корпорация ориентирует мировые народы мира на стремление к высококачественной и здоровой жизни. Вместе с тем, Huaxin приносит материальную обеспеченность сотрудниками, что можно вполне считать достаточным для полноценной интересной жизни. Международная корпорация Huaxin занимает две вершины – культуры китайской медицины и современной науки и технологий. Тем самым сохраняет мощную тенденцию развития. Международная корпорация Huaxin непрерывно настаивает на научно-техническом развитии, предводительствует инновацию как движущая сила в развитии предприятия. Корпорация Huaxin сотрудничает со многими исследовательскими заведениями, пригласила ведущих технических специалистов. В итоге получился сплоченный, высококвалифицированный, сильный в инновационном плане научно-исследовательский коллектив. В
первую очередь благодаря сверхтонкой технике обработки, сверхнизкой температуре, сверхзвуковой скорости, реактивному обмену наномикронной дробилки, основным фактором искусства обработки, обережающим мировые влияния, подтвержденное многими патентами. Уникальная сверхтонкая перерабатывающая технология лидирует в мире. Широко применяется в области фармакологии, здравоохранения, продуктов питания и так далее. Для того, чтобы проложить дорогу на международный рынок, в 1999 году корпорация Huashen создала инвестиционное общество с ограниченной ответственностью Huashen в России. Также официально использовала торговую марку Huashen и начала путь на интернационализацию. В 2005 году корпорация объединила все компании в Китае и переименовала их в Huashen. Благодаря многолетним усилиям и непрерывному упорству, международная корпорация Huashen уже развилась до состояния крупного международного предприятия по производству оздоровительной продукции. Международная корпорация Huashen имеет центр управления отечественной деятельностью, Центр международного маркетинга, Центр по исследованию и разработке продукции, также квалифицированную команду. Корпорация Huashen имеет 5 основных производственных баз в Китае. Город Харбин, город Дяньдин, провинция Гуандун и другие. К тому же корпорация создала еще 3 больших региона и 18 филиалов компании в Восточной Европе, Южно-Восточной Азии и Африке. Международная корпорация Huashen, основываясь на законах рынка, в сочетании современной наномикронной технологии и традиционной китайской медицины, успешно разработала 5 серий товаров и более сотни видов продукции. Экологически чистая одежда, продукты питания, напитки, продукты общего потребления и китайская медицинская косметика. Кроме того, в короткий период времени корпорация стремительно продвинулась на международном рынке и достигла поразительных успехов. Из бескрайних полей пчелы усилению несут плоды своих трудов в наномикронной лаборатории и производственной цеха. Из места родины волшебного крестьянина, чудесной возвышенности Цин и Тибета, из глубочайших мест равнины Цин и Ба, Приморья Хан, Бирюзовому океану. Тибетский красный снежный чай славится тем, что варят его в снежной воде с добавкой крови и сердца оленя, который ухаживает за сердцем и тонизирует кровь при помощи восточной чудесной травы дзяогулан, которая известна в Европе и Азии. Древние стихи расскажут о чае, что когда крестьянин слушает чай дара императору, тогда аромат чая наполняет комнату крестьянина. Тогда кажется, весна пришла раньше всего, если начали варить чай дзиян. Благодаря китайской природе, древней истории, лидирующей технике и современной технологии, корпорация Huashen разработала красивую одежду, экологически чистые продукты, питательные напитки, уникальную продукцию, китайскую медицинскую косметику, лидирует в области оздоровительной продукции по всему миру. Серия биологической люциферазы попала в струю популярности зеленая терапия и неприкасающаяся терапия. Уже представила прагматизм на европейском и азиатском рынке. С момента выпуска в свет серийные гигиенические пищевые продукты сразу получили признание клиентов. В первом году доля от продаж занимала 30%, они уже вошли в жизнь человечества. Улучшает здоровье народов мира, приносит им счастье и богатство. Международная корпорация Huashen постоянно приносит клиентам большую выгоду, предлагает клиентам наилучшие услуги и получает высокую оценку. Международная корпорация Huashen использует уникальный маркетинг-план и получает признание европейских и азиатских народов. В этом международная корпорация Huashen полностью выражает то, что клиент всегда находится на первом месте. Корпорация высоко оценивает партнерские отношения, поддерживает продолжительное развитие оздоровительного сотрудничества, вызывает желание обращаться к Huashen
так как в переводе означает «чудесная сущность». Корпорация Huaxin развивается полностью в отношении клиентов, ценит инновацию, качество и результат. Корпорация Huaxin относится к клиентам как к Богу, предлагает клиентам качественные услуги, следит за каждым отделом для обеспечения качественных услуг клиентам. Штаб международной корпорации Huaxin – это компания с филиалами во всему миру. Президент господин Ли Вэй и каждый работник в любом филиале. Каждый день, каждый час занимаются постоянной работой. А именно, предлагают клиентам качественные услуги с качественной системой вознаграждения. Инновация является душой прогресса корпорации Huaxin. Корпорация Huaxin всеми силами производит инновации в отношении продукции и услуг, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Нет наилучшего товара, есть совершенный товар. Это является непрерывным стремлением корпорации Huaxin. Относительно непрерывно изменяющего рынка, корпорация Huaxin определяет одежду как лидирующее направление. Непрерывно производит инновацию, предлагает людям качественную продукцию. Благодаря активным инновациям в высоком качестве известной фирменной марки, корпорация Huaxin все время занимает первое место по технологии на рынке. Корпорация Huaxin лидирует по технологии, производит качественную продукцию, обеспечивает потребности клиентов в соответствии с показателями качества, предлагает клиенту прекрасную продукцию. Корпорация Huaxin обращает внимание на целевое управление, создает руководящую структуру по правилам и концепции. Все основывается на том, что корпорация Huaxin имеет хорошее культурное наследие. Это полностью подтверждает, что корпорация Huaxin обращает внимание на положительный результат. Корпорация Huaxin всеми силами готовит обученную команду. Филиалы компании организуют группу на обучение. И невзирая на расстояние, полностью готовят обучение по маркетингу, по продукции, вместе делятся опытом, результатами по продукции, радостью по созданию ценных партнерских отношений. Профессиональное обучение Huaxin обеспечивает коммерческому персоналу стремление к более высокому успеху и благополучию. Два раза в год проводятся конференции по продвижению новой продукции. В плане наград чудесное путешествие в Китай на корпорацию Huaxin. На этой конференции корпорация предоставляет персональные подарки работникам. С выдающимися заслугами перед предприятием благодарит их за вклад в развитие корпорации Huaxin. Также предоставляет возможность персоналу отдыхать вместе с семьей и посещать экскурсии. Вместе с тем, корпорация Huaxin показывает всем работникам персонала то, что работа приводит к получению прибыли. Компания преподносит приятные сюрпризы. Коммерческий персонал российского филиала компании в городе Екатеринбург использовал ритм песни «Какое-то место в мире» и переделали текст, сочиняя песню «Huaxin», которая выразила чувство персонала к своей корпорации. В песне не только поется о качественной продукции международной корпорации Huaxin, еще поется о том, что продукция приносит народу здоровье, особенно чувствуется любовь персонала к международной корпорации Huaxin. Взгляд на весь мир непрерывно исследует мировую современную бандитную технику, непрерывно разрабатывает мировую уникальную оздоровительную продукцию. Непрерывно соответствует новым международным качественным стандартам. Непрерывно улучшает международную транспортно-логистическую систему. Непрерывно разрабатывает правила маркетинга с высоким коэффициентом окупаемости. Непрерывно усиливает обучение. Непрерывно обновляет сайт и журнал на родном языке. DVD на родном языке. Справочник продукции, оздоровительная консультация, известная фирменная марка Huaxin по всему миру. Жизненно важное звено оздоровительной промышленности международной корпорации Huaxin – идеальная маркетинговая система. В разное время и в разных странах представляют клиентам качественные услуги, предлагают людям справедливый рабочий шанс, предлагает усердному работнику платформу для совместного развития.
уважает каждого человека. Если неустанно отдавать все усилия, твои старания обязательно вознаградятся. Так же, как корпорация Huashen продвигает инициативу стремления к единой корпорации. Точно так же Huashen стремится к единой мечте. Благодаря международной корпорации Huashen многие международные друзья возродились, словно новая весна, получили еще один интерес в жизни. Более 500 тысяч представителей по всему миру относятся к делам корпорации Huashen как к своим делам. Не только пополнять свое моральное богатство, еще изменять свою материальную жизнь через свои усилия. Выдающийся работник получает большие вознаграждения, его жизнь значительно изменяется. На курсах обучения в разных командах и в разных странах люди на разных языках рассказывают о потерянном и вновь обретенном здоровье и богатстве. Вместе разделяют почет и успехи корпорации Huashen. За 10-летние усилия корпорации Huashen добилась нынешних успехов. На данный момент корпорация Huashen все так же бурно развивает оздоровительную промышленность. Корпорация Huashen уверена, что качественная природная продукция принесет людям здоровье. Качественные услуги будут вознаграждены доверием клиентов. Бурное развитие будет приносить богатство исполнение желаний дистрибьюторов. Сотрудничество с корпорацией Huashen. Сотрудничество с успехами. Корпорация обращает ваше внимание на партнерские отношения и совместное сотрудничество. Приветствует все большее количество партнеров для сотрудничества с корпорацией Huashen для создания крепкого здоровья на годы вперед. Когда одно дело всколыхнуло нашу душу, когда один звук, словно по велению сердца, изменяет нас, тогда мы идем к нему. Международная корпорация Huashen.